Oh no! Sneaking up, are we? No, no, no! You're never gonna take me back there! Oh, come on, Merle! It's me! Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, это третья часть моего прохождения по The Walking Dead Survival Instinct. И сейчас мы будем отправляться в местечко под названием Фонтана. Время дня полдень, власти Фонтана возвели баррикады и приняли меры безопасности, чтобы сдержать ходячих и защитить население. Это помогло, но, к сожалению, немного. Итак, мы пойдем через улицы. Средненько. Средняя дорога и средний шанс поломки. Сейчас, я думаю, где-нибудь мы все-таки притормозим. А может быть и нет. Нашли. Нашли припасы. Дорога перекрыта. Дорога впереди заблокирована брошенными машинами. Сдвинуть машины. Найти другую дорогу. Давайте сдвинем машины. Это интересно. Так, я здесь ничего сменить не могу, поэтому войти в локацию. А, вот здесь вот у нас. Выберем в нашем инвентаре. У нас тут больно уж много чего есть. Давайте переместим винтовку сюда. Патроны для винтовки мы тоже переместим. Пистолетных патронов у нас. У нас пистолета-то пока нету. Так, жалко, нож нельзя убрать. Придется что-нибудь нам выложить. Так, ну что же нам убрать? Улучшенная мачете я ни в коем случае не хочу убирать. А вот ножа, от ножа я бы избавился, но, видите, нельзя, к сожалению, нельзя. Давайте же оставим двустволку, ну и все остальное. А зачем мы бензин с собой таскаем? Вот это я не понимаю. Переложим его в машину. Ну и все, давайте, инвентарь мы разобрались и отправляемся в локацию. Да, конечно, погнали. Так, двустволочку, конечно, нам не стоит сейчас брать. Достаточно нашего отличного мачете. Так, какую машину нужно сдвинуть? Ага, вот эту. Но не все так просто. У нас есть зомби интересные. Ха, он нас потерял. Опять увидел? Ну иди уже сюда, боже мой, не стесняйся. На тебя. И в голову. Блин, обожаю днем сражаться. Потому что ночью это просто какой-то кошмар, никого не увидишь. Сидя толкать машину, это забавно. Хотя бы с ручника бы сняли, что ли. Так, ага, спортивный напиточек нашли. Неплохо, этот сидит у нас довольный. Это свободен. Что-то их дальше все больше и больше, ладно. Толкаем. Толкаем, все, растолкали. Ну давайте, уроды. Давай, 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 давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди, заманиваю тебя. Опа. И голова с плеч. А этого мы убьем по-тихому. Отлично. Так, как бы нам этих-то прибить? Даже не знаю. Ладно. Можно обойти, конечно, их, но это что-то... Что-то не то. Во, вот этого сейчас. И отлично, свободен. Так, тихонечко, тихонечко. Разделаемся с этим. Отвали. И потеряй голову. Да, стандартная тема. Стандартная схема. Так, 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 так. Так. Есть. Ты сволочь, а? На тебя. Ха-ха, отлично. Все, с этим разделались. С этими разделались. Здесь ничего не нужно выдвинуть. Никого не нужно отодвинуть. Да, видимо, последняя машина осталась. И еще мы нашли бензинчика. Что, в общем-то, совсем-совсем неплохо. Отлично. Все, прекрасно. Так, о, и заправились. Неплохо. Конечно, маловато нашли. Может быть, здесь где-нибудь все-таки патрончики спрятаны, а? Припрятаны. Нет, нет, ничего нет, ничего я не вижу. А, еще бензин, отлично. Еще бензина. Вот, бензина мы насобирали достаточно. Ну, плюс нам еще в прошлой миссии 5 канистр чувак притащил. Молодец. Правда, он здоровье потерял больше, чем притащил бензина. Это не очень хорошо. Надо их как-то экипировать так, чтобы они здоровье-то хотя бы не теряли. О, у нас есть сигнальный фаер. Ну, вроде и все. Больше здесь ничего нет. Отправляемся дальше.
Так, инвентарь зайдем. Бензин. А, это инвентарь машины. Выжившие. Ну, так, все. А как бы... Его вылечить никак, наверное, нельзя. Ну ладно, наверное, никак нельзя. Перейти к карте. Да, да, действительно хочу продолжить. Продолжаем дальше ехать по улицам. Да уж, действительно. Достаточно. Итак, у нас остался один паренек, к сожалению. Надо бы его полечить. Только вот как? Ага, у нас 6 пайков. Использовать паек, чтобы восстановить. Да, ну и здоровье у него. Не, ну он слабак, конечно. Это плохо. Любит дробящее оружие. Ну, а у нас есть дробящее оружие? У нас есть молоток. И свинцовая труба. Так, молоток или свинцовая труба? Ладно, давайте дадим ему молоток. И задание найти еду, наверное. Пусть найдет еду. У, риск группы ужасный, а бензин? Это все-все ужасно. Пусть стоит у тачки со своим молотком. Все. Ничего с ним нам не сделать. Так, а из инвентаря нам нужно... Так, ну я не понимаю, откуда у нас столько предметов. Сигнальный факел. Переместить. Бензин переместить. Стеклянная бутылка. Ладно, я ее выкину. Ничего, нормально. Все. С инвентарем разобрались и можно начинать. Остаться у машины, да? Да, уж точно, что-то их здесь привлекает, но мы пока не знаем, что. Давайте выяснять. Давайте выяснять, что. Потише? Да ты посмотри, сколько здесь трупов. Они же в любой момент могут взять и ожить. И пойти нас кушать. Кушать нас могут пойти, вот как этот парень. Вот так, да, примерно. Примерно как-то так. Двоих мы избавились. А это откуда еще взялась? Я не понимаю, откуда они берутся. Наверное, действительно они все-таки встают со временем. О, привет. 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 Как жизнь? Отлично. Это тут в машине что-то делает. Что он там в машине-то делает? Не знаю. А тут мы не зайдем. Ладно, этих мы, этих нам не убить. А, вот и ты. Привет. Как дела? Что это такое? А, он тут просто помер. Понятно. Ничего особенного, как говорится. Так, никаких здесь припасов нету. Туда нам тоже не подняться, ладно. О, вот так, вот так, вот так. Отлично. Так, ай, откуда же вы берете? Встал, наверное. Потому что не было здесь никого. Так, здесь тихо. А вот этого парнишку мы сейчас немножечко... Что ж такое? Хотел его спину убить. Ну да ладно, бог с ним. Так, двигаться нам нужно дальше и дальше. Где ты, Мерл? Действительно. Может, это Мерл тут всех поубивал? Не знаю. Ой, да откуда же вы... Да, так, не было ее. Не было ее. Давайте, сейчас устроим кровавую бойню нафиг. О, прекрасно. Тут немного мы пострадали. Давай, дура. Ай, как-то все время они забегают до нас. Не успеваю я отступать. Все в кровище, жесть какая. Так, мы можем пройти туда, можем в другую сторону. Да откуда он взялся? Не было его там. На, видимо, мне придется привыкнуть к тому, что они постоянно будут откуда-то браться, вот как этот. Действительно.
Ух, да вы смотрите, я только оборачиваюсь, он уже за спиной. Что это за зомби-ассасины? Кошмар. Так, съели. Хорошо. Давай. Так. Тихонечко, тихонечко, легонечко. Инструменты. Все бесполезно. Это подобрать мы не можем. Молоточек какой-то. Ну, блин, откуда? Откуда? Не понимаю, откуда они берутся, честно. То ли возникают откуда-то, то ли встают. Вот это встал, это точно. Ой, голова пролетела прямо перед монитором. Потешно. Так, ага, патроны для дробовичка. Весьма неплохо. Я все время боюсь, они у меня за спиной окажутся. А ведь так и выходит. Все время оказываются у нас за спиной. Уже это начинает надоедать. Нет? Никого? Хорошо. Вообще напоминает Condemned. Очень сильно напоминает Condemned. Этот еще откуда-то взялся. Мы, главное, убиваем, а их не кончаются вообще. О, смотрите-ка, наверху там сидит, отдыхает. Ну, давай уже, урод. Ты тоже, дура. Туда же отправляйся. Сейчас чувствую, меня за спиной уже кто-то. Давай уже, вот, наконец-то. Пинаем его, пинаем. Все без толку. Так, где тут бензин был? Ага, вот он. Отлично, еще канистрочка. Прекрасно. Ну и все, давайте внутрь направляться. Сейчас нас тут... Сейчас нас тут поймают. О-о. Так, где у нас бутылка-то? Я уже забыл. А, на однушку. Они вообще не отвлекаются на нее. Вообще наплевать им на бутылку. Совершенно. Да, все время нас достают. Давай, давай, сдохни. Сдохни. Сдохните. Сдохните. Фу, наконец-то. Фу, всех перерубили. Ну дела. Хотя, наверное, стоило дробовичок использовать. Тише, но спокойнее. О, эти еще двое здесь. Да. Ну давайте. Давайте по одному. Как всегда. По одному, ребяточки. По одному. Отлично. Минус одна голова. И вторая. Это что-то туповатая баба. Не соображает, что мы ее сейчас прибьем. Так, нам надо съесть обед. Вкусный и питательный. Ну, где-нибудь здесь есть какие-нибудь полезные вещички, прежде чем мы отправимся к этим ребятам? Ладно, видимо, нету. Кетчуп, кетчуп. Везде кетчуп и горчичка. Так, ну и как нам с вами с ними поговорить? Эй, ребята, дверь откройте? Откройте дверь. Мы хотим войти. Помочь вам. Главное, вообще никакого внимания на нас не обращают. А, вот, теперь все. Stay quiet, Noah. Calm and quiet. Thanks from both of us. He bit? Gunshot. Some crazy asshole is sniping at us. And car alarms. I dragged Noah in here, they followed. Who's us? You two? Got a whole team out there. Or did. We scavenged supplies for the local survivor camps. There's survivor camps? Yeah. The military supplies some of them with weapons, meds. There's a big one at Cherokee Hills Sawmill. We were doing pretty well until that psycho sniper showed up and brought a whole mob of biters down on top of us. We got split up, pinned down, killed. I need to get my people together. One of my runners, Mia, is holed up in the theater across the street. Help her out and I'll make it worth your while. Trade you one of those. Lots of goodies in there, hillbilly. Just tell her Scout sent you. I'll think about it. Да, у нас есть дополнительная миссия спасти какую-то девчоночку из кинотеатра. Можно попробовать найти ее. О, привет.
Привет, друзья. Так мило, что вы открыли дверь мне. А теперь вы потеряли свою голову. Опять. Почему они все двери пооткрывали? Сколько можно, а? Вот зомби, а? Вот зомби-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько же их много? Сколько же здесь их много, этих зомби-то, а? Давайте-ка я сначала вот здесь территорию зачищу. Ой, ё-моё. Боюсь, что я не смогу ее зачистить так просто. Gotcha. Это не так, не как в тот раз, когда мы шли и спокойненько чистили территорию по одному, спину убивая. Ну иди сюда уже. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ха, забавно, они теряют нас из виду, а потом вроде как отваливают. Но не с этими. Да иди же сюда уже, все, наконец-то, свободен. Ну, мы тут только что вот здесь вот возник, не было его. Ты, девчонки. Да, вот так. Прекрасно. Осталось еще парочка. Теперь этот. Как же быстро подбежал. Я не надеялся, что он такой быстрый. Эх, зомбари, а. Ну, а эти откуда взялись? О, боже мой. О, боже мой. Отлично. Так, минус 2. Минус 3. Фу. Нет, с этими я не справлюсь так просто. Это просто какой-то кошмар. Откуда у вас столько уродов, а? Ох, ёлки-палки, давай. Вот так вот. Бежим, бежим, бежим. Опять на нас напали. Да что ж за мини-игра такая, а? Кошмарная. Ладно, сейчас, 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 сейчас. Голову. Давай, 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 давай. Убиваем их по очереди. Сейчас и... Фух, последнего. Да. Неплохо, весьма неплохо. Да. Сурово. Сурово. Что же делать? Как-то проходить надо дальше. Ну, блин, ну посмотрите, сколько их. Давайте я как-нибудь фаер, что ли, возьму. Где тут у меня? Есть у меня фаер-то вообще? Где-то был. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас мы его кинем. Пускай они все туда отвлекутся, на него. Ну, отвлекайтесь на него, ну. Давайте, отвлекайтесь, а я пробегу. А я пробегу, а я пробегу. А я пробегу. Эй! Мия! Ну, где эта Мия? Надеюсь, ее не убили еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, что это такое? А что мы нашли-то? Он говорит, тут не густо. А что? Что тут не густо-то? Откуда ты взялся? Так, есть один. Вторая. Блин, кошмар какой-то. Нападают прямо вероломно на нас. Ух, ужас. Спокойно. Проходим. А, еще один фаер. Отлично. Не знаю, не помог нам этот фаер что-то особенно. Или эти двое здесь были с самого начала. Ждали нас. Не знаю, пока не знаю. Так. О, привет. Эй! Да не убегай ты. Не убегай от нас. Ну вот, теперь за нам за ними, за ней гоняться еще. Где она? Эй, открывай дверь. Get away from me, you asshole. I ain't the asshole you're worried about. Who are you then? I'm a different one. See? Not me. The scout asked me to come looking in on you. You know Scout? She sent you? Yeah, she's across the street, in that diner. Oh, thank God. I thought the shooter... Every time I put my head out, he's all over me. I lost all my gear, so I'm pretty much trapped. The theater's locked up tight since they started loading corpses in there. Exit's blocked, and there's a bunch of them. There's a half ladder down. Clear the way and I can get out, and back to Scout. Let's do it. Gotta get over to the police station and get my brother anyway. The police station? But that's where that killer is set up. You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions.
У меня тоже есть подозрение, что, в общем-то, этот придурок — это и есть брат его. Да, действительно, Мерл такой больной мужик совершенно. Что по сериалу, что, в общем-то, и так понятно. Просто больной псих. Ну, в общем-то, в сериале не зря с ним кое-что сотворили. Совсем не зря. Так, нам нужно... Иди сюда, иди сюда. Сейчас будем по одному с вами разделываться. По одному. Главное, чтобы вас не так много было. То много я вас не потяну. Давай, вот эту дамочку сейчас привлечем потихонечку. А потом парню в спину ударим. Так. И кто там? Никого там сзади нету? Фу, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Что такое? Что ты мне показываешь? Ой, спасибо тебе. Теперь у меня еще здесь двое уродов. Тихо, тихо. Давай, удар. Вот так, отлично. И этого еще. И этому еще удар. А ты-то откуда взялся? О, боже мой. Фух. Так. Питательный обед. Фу, питательный обед нас спасает прямо. Прямо спасает нас полностью. Давай, 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 давай. Открыли мы. Открыли проход. Фу. Да, что-то маловато у нас еды осталось. О, патроны. Патроны. Надо будет нам дробовиком почаще пользоваться. Так. Подозрительно тихо. Я тут думал встретить целую кучу зомби. А, вон они. Ладно. Нам туда. Нам туда. Фу, как мы удачно прошли. Даже через всю ту улицу нам не нужно идти. А что же, да вы откуда же вас? О! С первого раза ему башку отрубил. Там сзади нету этой тетки? Я видел, сзади шла. Вон она. Это вообще парень. Откуда взялся? Увидели, что ли, нас с улицы? Ладно, все. Приходим сюда и закрыли дверь. Диксон! Эй, Мерл! Да, интересно, где Мерл? Король монстров. Странно, что она нас не атаковала. Ну, тем лучше. Надо бы двери за собой закрывать. Чтобы они не ходили тут. Взад-вперед. Так. Действительно, где Мерл? О, еще патроны, отлично. Инвентарь заполнен. Так, а давайте бутылку выкину какую-нибудь. Вот эту вот. У нас всего 4 бутылки можно носить. No, no more room. Не помещается все равно? I'll fill up. Плохо. Плохо, что не помещается. Отлично. Зомби, кстати, нас все равно могут нас находить по запаху, даже если фонарик не будет включен. Так, понятно, он отсюда выбрался. И нам можно идти уже по следам крови, как я понимаю. Так, куда? Куда они идут? Туда. Так, под лестницей что-нибудь должно быть. Странно. Ничего нет. А, вот что под лестницей у нас есть. Отрубленная голова. Сейчас найдем этого сукиного сына. My brother, the asshole psycho shooter. Куда же ты ломишься-то, а? Отлично. Чистим, чистим, чистим. Так, тут заблокировано. Явно сидит там на крыше и отстреливает всех. Дорвался до оружия, называется. Ну, привет, Мерл. О, no! Meeting up, are we? No, no, no! You're never gonna take me back there! Oh, come on, Merl! It's me, Merl! What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry. That's what you're doing. Damn it, Merle. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Them people locked me up for days in the dark with all them abominations. But looky who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it.
I sprang myself, see? Established my little sniper's nest right here. And then I commenced to send them soldiers a packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. They don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. Come on. Let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. Да, Мерл. Опился бухла и стреляет по мирным жителям. Вот псих, да. Ну что же, мы могли найти здесь белочку и какой-то, видимо, плакатик, но не нашли его. Так, посмотрим, что у нас дальше будет. А места для выживших, а у нас нет места для нее. Надо будет серьезно подумать над тем, кого же нам выбрать. Любит дробовики безрассудно. Скрытный любит дробящий. Но она-то получше, в общем. Слишком много пассажиров, выберите, кого оставить. Да, это вы любите на самом деле. Ну чего, кого оставим? Уоррен Бетфорд или Мия Парк? Но она-то получше на самом деле. Плюс она бортмедсестра, как... Что значит бортмедсестра? На самолете, что ли, наверное? Плохая машина, всего один пассажир у нас. Что же делать-то, кого оставить? Этот паренек, жалко его, конечно, он какой-то бесполезный. Ладно, пусть, наверное, идет гуляет, а может быть... Да не, он один остался, я оставлю его, жалко уже его, честно. Отпущу-ка я Мию Парк. Итак, инвентарь у нас... Не, ничего я выбрасывать не собираюсь. Я бы, может, нож выбросил, но не могу. Или могу уверенно хотеть, чтобы бросить предмет? Странно. Может и можно, правда, не знаю. Попробуем бросить. А чем я тогда убивать их буду? Незаметно и быстро? Нет, спасибо, лучше... Лучше не надо, лучше не буду их выкидывать. Итак, посмотрим, куда мы будем перемещаться. Да, мы можем выбрать вот эти два пункта, но выберем мы их уже в следующей части. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.